Платье богиня. Да, название говорит само за себя. Не могла расстаться сегодня с этим платьем, и как же оно мне подняло настроение. И я хочу сказать, мои дорогие, что именно так вы будете чувствовать себя помолодевшей, цветущей, когда выберете для себя платье богиня. Должна вам раскрыть небольшой секрет. Как только Света надела это платье, ей посыпалось такое количество комплиментов. Ну, конечно, вы сейчас видите на нашем подиуме, насколько роскошно выглядят Света и Елена. Хотите выглядеть так же? Позвоните нам прямо сейчас. У нас распродажа, и цена на это платье всего 2999 рублей. Ты знаешь, Анечка, я хочу тебе сказать, что платье очень комфортное. И здесь мы видим с вами сразу несколько цветов и несколько тканей. Я выбрала для себя сегодня кружево, богато украшенное серебром. Именно поэтому подобрала женские колготы с серебром «Привилегия». Давайте посмотрим на Лену. А, вот обратите внимание, вот оно кружево, как оно мерцает. И я хочу сказать, что внутри мы видим трикотажное вискозное полотно. Это уже тоже платье. Две эти вещи соединены между собой. Вам не нужно ломать голову. Что надевать под низ? Боже, Свет, я не могу от тебя оторваться. Это просто невероятно. Какая красота! И главное, черный цвет. Он, с одной стороны, облегает фигуру, подчеркивает все достоинства, но при этом мы знаем, что у черного цвета есть свойство делать нас визуально стройнее. Спасибо, Анечка. Ты знаешь, я чувствую себя действительно очень уверенно. Давайте спросим сейчас у нашей Лены. Кстати, Лена выбрала для себя платье на размер побольше. Мое платье размер в размер. Я ношу 50-й, выбираю 50-й. Лена носит 48-й, но тоже выбрала 50-й размер. Именно поэтому платье струится по ее фигуре и смотрится очень даже свободно. Если вы, дорогая моя, ищете для себя вечернее платье и любите свободные вещи, я рекомендую выбрать вам на размер больше. Ну а для тех модниц, для тех смелых соблазнительниц, я рекомендую выбрать платье размер в размер. И не забывайте, что сегодня ваше платье вы можете дополнить стильными колготами «Привилегия». И обратите внимание, у платья одно название богиня, а кружевной рисунок разный. Вот у Елены мы видим как будто бы леопардовый принт, а у тебя, Света, будто бы цветочный. Да, действительно, сейчас от колгот, дорогие модницы, давайте поднимемся еще к платью. Кружево у нас здесь разное. Итак, мы предлагаем для вас два цвета. Черный с серебром. Сегодня это платье выбираю я. А Лена выбирает сегодня для себя леопардовый с бордо. И это еще не все, Света. Также есть у меня третий вариант. И пока вы наслаждаетесь платьем, который выбрал для себя наш эксперт Светлана, я напомню вам, что сегодня на это платье действует цена распродажи 2999 рублей. И вот тот самый долгожданный третий вариант расцветки. Сейчас вы увидите его. Это цвет зеленый в сочетании вместе с классикой, с горошком. Многие женщины обожают этот принт. Он никогда не выходит из моды. И в отличие от более драматичных образов, которые вы видели на нашем подиуме, этот принт смотрится более нежным и трогательным. Выбирайте ту характеристику, которая удобна и предпочтительна для вас. Анечка, я сейчас предлагаю наше платье вывернуть наизнанку. Так. Для того, чтобы показать нашим модницам, что же все-таки спряталось внутри. Здесь есть подкладка. Итак, конечно, вот оно первое платье. Посмотрите, вот оно зеленое, зеленый цвет. Это трикотажное вискозное полотно. Оно идеально тянет. Оно подстроится под вашу фигуру, а внешняя часть – это сетчатое трикотажное вискозное полотно. Посмотрите, какое оно прозрачное, но в данном случае оно ложится на зеленый цвет. И это очень важно, что с одной стороны в вашем образе вы получаете загадку, полупрозрачность она манит, в то же время все закрыто, и вы выглядите элегантно. Я хочу сказать еще, Анечка, о том, что посмотри, наша ткань идеально тянется. Здесь мы опять же говорим о присутствии эластана. А это значит, что платье идеально сядет на любую фигуру от 46 до 54 размера. А это очень важно. Например, у моей тети есть проблемы в верхней зоне рук, немножко полновато. И значит, это платье сядет под индивидуальные особенности ваших ручек. Неважно, они у вас полные или худые. Мы обращаем ваше внимание на то, что сегодня у нас распродажа. У нас такой ажиотаж в колл-центре. Звонок за звонком идет. И если вам не отвечает оператор, просто немного подождите, это значит, что линия занята, а ожидание для вас абсолютно бесплатно. Сам звонок тоже бесплатен. И когда вы делаете заказы у нас, оплата покупки происходит только по факту получения товара, а значит, вы ничем не рискуете.